Уже облюбовали горку славы. Ребята из молодого прайда. Может быть, к следующему сезону уже сделают ее. Вот будет красота. Королева крымской саванны к молодежи поближе. Там такие красавцы. Учит их всем, как говорится, знаниям взрослых. Так что Тайган продолжает совершенствоваться, и, друзья, с каждым годом действительно становится здесь все интереснее, все больше разных объектов. Очень здорово приезжать в парк и просто-напросто вот не просто любоваться, а еще вот вдыхать эту атмосферу, ощущать эту ауру. Так, а эти два белых богатыря только посматривают на молодежь, скажут: эх, ребята, он, по-моему, он так рвался. Кстати, это не задира. Вот я говорил, что более спокойный. Ага, более спокойный. Так вон к сетке рвется, что аж себе натер на мордочке. Ну, дружок, ты не переусердствуй. Вон задира. Тоже не прочь поучить уму-разуму молодежь. Он как смотрит внимательно. Все, оставил. И ближе пришел к своему дружку Беляшику. Королева, конечно, недовольна. Так, друзья, теперь интересно здесь наблюдать.